Все готово к началу матча. Остается буквально несколько секунд. Кевин Пантер со средней мажет. Дмитриевич с мячом переходит половину. Ускоряется под кольцо, а там пусто. И это то, что у Ненада не получалось вчера. Дмитриевич будет решать сам против Нанели. Флоутер, лабомба. Ненада Дмитриевича. Дмитриевич еще два очка набирает. И мне кажется, именно этим связано, с этим связана апелляция. Дмитриевич не дает мне закончить мысль. 43-36. Дмитриевич против Копровицы. Есть разница в скорости, в габаритах. И пользуется первым. Дмитриевич может проваливаться быстрее, но получил он повреждение. Еще один флоутер у Дмитриевича с фолом. И Амадар не сдержался. Разумова, Разумов против Нанели. Дмитриевич со средней точки. Если не смотреть всю игру и не обращать внимания на результативность других игроков, я бы назвал Жбанова игроком, который предопределил исход. Ну и, конечно, это Нена Дмитриевич. Рейнольдс против Лизорта на открытого Жбанова. Дмитриевич оставили одного из Литочи. 79-74. Дмитриевич показывает разойтись. Будет решать один в один. Пойдет со средней. Да, в правую, в левую сторону. Правой рукой завершает.